ожидает яхта, и начинается наше приключение. Вот наша марина, где-то здесь стоит яхта, но мы ее еще не видели. Только вот сейчас прибыли. Эван Марина. Впереди нас наша девочка. Ханза. Ребята подготовились, заправили тузик, привезли бензин. К выходу готовы. Готовы, Серега? Всегда готов. Только жарко. Да, сегодня что-то первый день жарко. Было так не очень. Вчера. Такой вид открывается с яхты. Это же рыбки какие-то. Леха, ручкой, во! Давай, повешу. Окей. Россия, вперед! Отходим. Ребята, подойдите к машине. Слушай, Серега, нам надо на тузике, да, поехать мотор. А как мотор вот работает? На юго-запад. Я и написал на Таити. В одну сторону. Союз нерушимый, республик свобод. Водила навеки Великая Русь. Сегодня 14 января, прибыли на остров Коханок. Местная баунти, дайверы, кораллы. Сейчас пойдем нырять. Первая нырянка будет сегодня. Ну да, мутновата вода, потому что прошли дожди. Перед этим целую неделю заливало, поэтому вот так вот. Ну посмотрим, что здесь будет. Вот здесь вот рядом рифик.
какой-то интересный. Вроде бы здесь должны быть стеночки. Где-то тут медуза, вот она. Наша яхта. Слева и справа две каюты кормовые. Это наша каютка. Посредине двигатель. Кухонка. Кают-компания. Навигационный столик. Приборы. И носовая каюта, где у нас Андрей спит. Самая отличная каюта. Идем переход на пипи. Все заняты подготовкой снаряжения. Вот для акулы тут вот. Володя накачивает буй. Едят утки, едят утки, и два гуся. Макрофлекс-то будешь заливать? Макрофлекса, к сожалению, не купили. А что не купили там макрофлекс? Вижу один ананас. Там Серега. Да не было в магазине. Вот, а вы помните, что я говорил? Да они не нашли его в конечное море. Так, ну теперь на горизонте пипи. Подходим к пипи. Пипидон слева. Вот он остров. Бухта, в которой мы будем швартоваться, с другой стороны острова. Опа! Куда это они поворачивают? Это остров Пипилей. Куда мы, возможно, завтра пойдем нырять. Доедаем пойманную Серегой рыбу. Килограмм на 12-13. И мою скромненькую килограмма на 3. Она хорошо. Рыба маленькая, но удаленькая. Поставь. Доедаем пойманную рыбу. Ну что, с почином, ребята? Да. Отлично. Солнечный день, снега нету пока, дождя тоже. Хотя неизвестно, вдруг завтра повалит снег. А вчера была пятница, 13-й, день рождения капитана. Да. Нижний орган, а это Серегина вкусный, почти тунец. А он... Съемка.
тише. Возвращаемся на борт. После приключений с бензином. Ну вот, все, врубай, врубай. А то иначе куда-нибудь опять уедем. Так, будем снимать мотор, ребята? Мотор. Имеет ли смысл? Да нет. Ну тогда давайте хотя бы, может быть, на железку его как-то так. Ну тросик пропустить. Когда я удивился, я тебе расскажу. Плавали мы как-то на Лаэске. Это где? Атомная станция. Понятно. Году так в третьем или во втором, значит, так. Короче, зима, понял, да? Ну вот, а у нас там работали люди. Этот вот, как его? Лесканин. Лесканин. Ты знаешь Лесканина. Ну вот. И вот этот парень утонул, который... Юрка Баранкевич. Баранкевич Юрка. Ну вот. Ну там переоделись в тепле, во всех делах, там это самое, ну... Вода теплая, понимаешь, да, то есть, где машины мерзнут. Мороз где-то 15 градусов, ну там 10-15, знаешь, зимой, январь. Ну и пошли. Там канал такой, знаешь, проходит. Ну, теплая вода. А, ну где запросвать? Да. В общем, у нас где-то 4 человека, что ли, было. Ну, в общем, мы поплавали 3 часа, договорились, что встречаемся на базе уже, ну, каждый сам по себе идет. Угу. Ну, трое пришло нас, дрозда нету. Ну ладно, час ждем, нету его. Думаю, ну ничего, ладно, он, блядь, плавает. Но он обычно упертый такой, как Серега, блядь. Ну второй час ждем, нету, блядь, говорим. Ну фонарь у него хватит надолго, блядь, уже, понимаешь. 5 утра, где-то уже 5:30, ну вот, осветает часов 6, наверное. Ну уже 3 часа его нету, понимаешь, да, то есть. Нихуя себе. Ага. Это же зимой. Зимой, ну так, знаешь, теплая вода есть. Да, теплая вода. Гонишь, конечно, мысли такие нехорошие, но все равно, знаешь как, очень неприятно. 3 часа человека нету. Угу. Ну фонарь вроде, наверное, еще горит у него. Еще, наверное, плавает. Короче, Серега пошел там что-то искать, что ли, вдоль канала, говорит, похожу. Ну потому что. По берегу. Потому что уже сидим, уже нету мочи ждать. Понимаешь, понимаешь, что что-то случилось, блядь. Понимаешь, просто, блядь, неприятное. Я телефон свой взял, смотрю, блядь. 17 пропущенных звонков, блядь, нафиг. Ну, у меня на телефоне. Ну вот, я там перезваниваю, она такая. На другом конце дроздовская жена. Довольно такая. А, вы Дроздова ищете? Мы говорим, да. А его в милицию забрали, блядь, не ищите нихуя. Мы так обрадовались, ты не представляешь. Знаешь, просто мы обрадовались обалденно, можешь мне поверить. А что его забрали-то? В чем причина-то была? Ехала машина погранцов. Понял? Ну, да мы с погранцами-то не договаривались. Ну ясно, а он выплыл в гидрокостюме. Не выплыл, он пешком идет. Ну, УАЗик остановился, значит. Ну все, блядь, тебе сан нахуй. Да, его посадили, КГБшник. Ну вот. Он в гидрокостюме. Обоссанный весь, блядь. Мужик, костюм с сын, блядь. В КПЗ его посадили. Да, в КПЗ, бомжам, блядь. А там ФСБшник его пытать, понял, да? Угу. А ФСБшник решил, что это типа проверка с Москвы. Проверка, блядь. С Москвы, да. Диверсанты, блядь. Ну что, специально. Да, как несут вахту, как говорится, да? Ну вот. И говорит, интересно, говорит, начал записывать вопросы такие, слышишь, это самое. Как зовут жену, как зовут тещу, есть ли собака, как собаку зовут, телефон тещи, значит. Ну, в общем, написал вопросов там 30, понимаешь, задавал, все эти ответы его записал. Ну как, что там, ну, это самое, наговорил. Потом спрашивает ее, ну что, кому будем звонить? Он говорит, ну давай тёще звонить. Нет, ну жене типа того. Тёще, говорит, давай звонить. Нет, жене не звонить не будем, говорит. Да. Давай тёще позвоним. Давай тёще позвоним. А ты тоже там был? Ну, естественно, да. Там бегал. Нет, на жопе волосы рвал. Нас не было, разгазывал Дрозд. Дрозд рассказывал уже, ну, в смысле, он в КПЗ-то не было. Я же говорил, что... Не, вы на берегу. Мы рядом с КПЗ сидели, в автобусе. Ну, это уже когда это... Дрозд говорит, позвонили тёще? Этот спрашивает ФСБшник, у вас зять есть? Теща говорит, нету зятя у меня никакого. Да, хорошо, у тебя теща. Ремень, говорит, блядь. Ну, потом отпустили?
Слава богу, мы, главное, приехали за ним. Сошлось имя собаки, сошлось там как бы. Да, и мы приехали за ним, и нас еще взяли за жопу там тоже, блядь. Цель поймали, нет? Ну, конечно. Там сыт бывает, блядь, идет с таким косяком. Кто идет? Сыт, сыт. Да, сыт. У меня на Лейсе было и угорь, блядь, и лососька была, все. Ну, все, вся рыба, сколько хочешь. Даже стерлядь я там собирал. Беглую. Лесканин замочил матку, Машкой звали, блядь, 17 килограмм. Кого? Угря? Стерлядь. А, стерлядь? Нет, это у него был конкретно осетр, Серега. Ну, осетр, господи. 17 килограмм. А сейчас нету ничего там, да? Стерлядь такой не бывает. Ну, он беглый, нет, стерлядь бывает до 16 килограмм. Слушай, ну этот осетр же жутко редкий, балтийский же. Да не балтийский, разводили в садке. Свалил с садков. Беглый, убежал. А, то есть там разводные же садки во втором канале же, да? А, там разводишь, что ли, да? Да-да-да. Ну, вода-то теплая, халявная, ну. И вот они на подводников грешат, что типа мы им сети режем, блядь. А, понятно. Ну, на самом деле режут кто-то, слышите? Идиотов-то хватает. Капко-то можете порезать, блин. Да как, кроме капка, да хера же идиотов. Она ищет, она потом эти дыры уходит, да? Конечно, она легко находит дыру. Маленький и болтает. Да где ж болтает? У нас корсняка. Это христиане баптисты пятого поколения там живут. Пусары молчать. На нас еще есть. Игорь, прям по курсу. Буй. Буй. Это не понимают, почему они вот этот рог. Как они туда залезают? Ну, это для туристов сделали. Это сдается. Я уже два руки. Потому что если хочешь себе здесь по стенке пройтись, одевайся, просто мы потом заберем. Болтаемся, да еще что-то. А на Яшку здесь не встанешь. Не, ну надо уйти, чтобы нормально попасть. Тогда. А вот смотри, они куда-то все рвутся. Да это там вот это вот, залив вот этот. Слышишь, вот там человек с маской плывет, охотится. Вот, посмотрите. Вот, видишь, нет? А, ну вон катер его стоит, ждет, да? Ну, ждет катер, да. Вон он с трубки плывет. Ребят, может, поныряете? Смотрите, какая классная вещь. Да ну нет. Это то же самое и там. Тут тоже не хуже будет. Мы туда потом придем. Чего? Давай туда лучше. Блин, вы задолбали. Рыбаки, блин. Не, ребят, надо нормально встать, чтобы было без проблем. Да, Андрюш. А на тузике мы уже можем... Ты сейчас давай на свою линию гнуть. Где нам 3 метра найти, блядь? Они-то найдут себе там. Игорь, мы не найдем там глубины, они скальные выходы, блядь. Найдем. Там глубина везде 20 метров. Игорь, пусть с катером едет. Давай газу. Что здесь, мало места, что ли? Он же более управляемый, чем мы. Туда. Да вы задолбали. Да,
Добавь, блядь. Добавь, да? Что, на как, блядь? Ну, так. Он нас быстрее обойдет, чем мы. Да, с вами рыбу не половишь, ё. Вечерние пепелеи перед закатом. Ребята пошли в море. Серега вот где-то здесь, или это Вовочка. Вдали за пепелеем виден Пипидон. Основной остров Пипи, с которого мы ушли утром. Вот он. Отправляемся на баунти острова Пепелей. Бак заправлен? Что там интересно нас ждет? Вот она наша родимая. Представляешь, раньше когда корабли были только ананасик немножко тут сохранились еще. Так вот достаем. Раз. Так. На каждого по три ананаса. Норма. 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 Три ананаса минимум в час. 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 Расход ананасов. Три ананаса в час. Иначе они портятся. Это ананасная брашка. Уже ананасы закисли, забродили. Пьем на ходу. Вот, значит, у меня уже разъело полностью руку от ананаса, поэтому пришлось одеть перчатку. В общем, разделываем ананасы по-варварски, просто по-варварски. Не жалея, так сказать, никаких обрезков лишних, потому что начинают они доходить. Поэтому... Они начали уже бродить внутри. Бродить. Поэтому никаких тут миллиметровчиков не делаем. Вот специальная ананасная машина для резки сидит тут. Так, это выбрасываем. Это раз, 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 раз. И тут два уничтожающих ананасы есть у меня человека, специально обученных. В общем, хают, хают постоянно ананасы, ругают, но едят регулярно. Стоит только почистить. Почистишь, все сметается мгновенно. Чищенные почему-то не трогают. Не трогают. Ну, один не вытяжу, солёк. Да. Самое вкусное это середина, блин. Она абсолютно не сладкая. Серега мало ел ананасов, поэтому заболел. Да. Это, как говорят, чеснок надо есть, а здесь надо есть ананасы. Еще наши предки в старину ели ананасы и никогда не болели. А да. Чукчи и куты лечатся исключительно ананасами. Снимается аккуратненько. С ананасами, с ананасами. И раньше ананасы в средней полосе России росли без всяких проблем. Конечно. Конечно. Идем под парусом. Это самое.
6 узлов. Ты много не съешь. Так мы много не едим, нам они уже тошнут. Я вижу, как вас подташнивает. Вот это вот колдуны, они показывают, правильно натянут парус или нет, давление. Нас догоняет какой-то паразит. Ну, он на двигателе, а мы-то под парусами на халяву едем. На халяву. Так приятно вообще. Thank you.
Окей, окей. I can't. No. Come on. I swim. No, you have a gun. Not understand. I see. You have a gun. Huh? Мое ружье. Красота неописуемная. Да. Рыли нас на 2500. На пять тысяч. В целом. 2000 за национальный парк и 2500. И 2500 за ружье. Но меня не поймали, суки. Но я ружье спрятал, где-то здесь бросил под водой. А перед этим у меня рыбина оторвала.